Это видео сняли и выложили все жители Рязани. Пожар в Академии права и управления было видно издалека. Горел 6-й этаж. В 20 часов 42 минуты поступило сообщение о загорании в учебном корпусе Академии ФСИН в городе Рязани. На момент прибытия было установлено, что происходит горение в лекционной аудитории на 6-м этаже. Вместо пожара направлено 17 единиц техники от МЧС России. В тушении участвует 41 человек. Пожару присвоили 3-ю из 5 существующих категорий сложности. На его ликвидацию ушло порядка 2 часов. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. По предварительной информации, это электротехническая причина. Но какая из них будет установлена в ходе экспертизы? Изъяты с места происшествия электропроводка, которая проходит определенные исследования. Сейчас само здание пока отключено полностью, потому что особенность электрической схемы предусматривает вот именно полную запитку. В данный момент отключено, идет просушка всеми возможными способами. Немедленно оно будет включено, но в дневное время достаточно светло, занятия идут в непострадавших аудиториях и помещениях. Сейчас в здании по-прежнему разбиты окна на 6-м этаже, через которые тушили огонь. На остальных этажах окна открыты, видимо, чтобы выветривался запах дыма.